На три огромных жилмассива МЖК «Восточный» и «Плющихинский» всего три школы. И в прошлом году, чтобы записать детей в первый класс, родители вынуждены буквально ночевать у их дверей. Надо сказать, что в этом году первоклассников будет на 1500 больше, чем в прошлом, но в мэрии обещают впредь ночных очередей не допустить. Как именно, расскажу сегодня в вечернем выпуске новостей в 8.30 на телеканале УТС. Более 1 миллиарда рублей в этом году потратят на реализацию программы «Чистая вода». Строительство новых очистных сооружений, бурение скважин, реставрация водопроводных сетей. Цель – повысить качество водоснабжения на всей территории области. Подробности в 20.30 на телеканале УТС. В Новосибирске спасатели оборудуют купели. Всего в области их будет 48, 7 из них в мегаполисе. О том, как правильно организовать место и как вести себя на воде, чтобы святой праздник не закончился трагедией. Смотрите выпуски вечерних новостей.